10 футбольных полей появятся в Чувашии. В Минспорте республики обсудили будущее строительства. До конца 2020 года футбольные поля с искусственным газоном появятся в 10 районах – Красночитайском, Маргаушском, Козловском и других, а также в Ядрине и Чебоксарах. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено более 300 миллионов рублей. Спортивное оборудование и покрытие для футбольных полей планируют закупить у ведущих отечественных производителей. К началу нового учебного года все футбольные поля уже должны ввести в эксплуатацию.